Всем привет, дорогие друзья. Это Сава, мы продолжаем с вами играть в игрушку «Братишка, достань нам Луну». В прошлой серии мы обзавелись вот таким прекрасным помощником, который позволяет нам теперь всячески везде летать. Мы, видимо, можем... Свисток, это я могу, видимо, позвать. Короче говоря, мы теперь можем везде летать, с ним ходить и всякими другими вещами заниматься. И сегодня будем развивать дальше наше поселение, смотреть, что с ним случилось. Короче говоря, посмотрим. Поехали. Так, ну а чтобы поехать, давай для начала выясним, в каком дерьме мы с вами оказались. Сеть МРТ у нас отключена, энергии у нас очень мало. Значит, нам нужно запустить диагностику в узле управления системы, который надо для начала найти. Что это за узел управления системы, где он находится, и что с этим вообще делать, и что это, что тут с этим едят. Значит, кстати говоря, тут еще есть один товарищ, но он не работающий. Значит, куда-то вот туда нас не пускали, но теперь, по идее, должны запустить. Мне же переключаться на это надо постоянно, что ли, будет или нет? Ну-ка, давай. Все, ну теперь нас начали запускать в таинственные штуки, в которые раньше не запускали. Still no trace. И тут никаких следов. Что-то тут не так. Алекс, сканировать историю данных. Тут есть запись. Рольф, ответь. Похоже, я кое-что нашла. Тут запись от 23 числа. Что? Двухдневной давности? Это точно? Да. Тебе сверху будет видно? Думаю, да. Запускай. Алекс, голограмма проекта от 23 сентября 54 года. Здесь не только экипаж лунного узла, их тут слишком много. Это эвакуирование с объекта Томбов. Откуда ты знаешь? Раньше тут этих имен не было. На камне до сих пор слой пыли. В смысле, на памятнике? Да, жертвам эвакуации с объекта Томбов. Указана дата день блокаута. Наверное, на объекте Томбов случилось что-то серьезное. Командир станции Персон. Персон, экипаж станции. Сара, Рольф. Что там с системой МРТ? Вся сеть не работает, и пока мне не удалось ее включить. Давай по-быстрому, возвращайся сюда, независимо от того, включится система МРТ или нет. У вас осталось 20 минут, чтобы успеть до эвакуации. Принято, диспетчер. Рольф, я смотрю жилые помещения и вернусь к лифту. Зная, как мало времени у них осталось, Сара и Рольф обнаруживают графические записи, в которых может содержаться разгадка исчезновения колонистов и отключения системы МРТ. Запись сделана 25 декабря 54 года, спустя 2 дня и 1 час после блэкаута. А мне можно такую голограмму? Я тоже хочу проиграть такую голограмму. Энергия будущего. Будущего. Значит, здесь у нас есть раз кусочек. И есть ангар 1, ангар 2 и помещение экипажа, и что-то тут еще. Что это за панель? Пользователь Роберт, доступ запрещен советом. Запрещен советом. О, доступ разрешен. Смотри, подломал как-то. А как ты это сделал? Сеть МРТ отключена. Не удалось подключиться к сети. На станции недостаточно энергии для управления. Вручную выровнять колонны 1 и 2. Выбраться на поверхность Луны. Колонна 1 и 2 сети не направлены на узел, на лунный узел Коперник. Значит, нам надо их направить на лунный узел Коперник. Ангар 1, ангар 2. И помещение экипажа. Значит, мы при помощи вот этого вот этого узла можем здесь перемещаться. Ладно, давай мы сначала посмотрим, что тут еще есть. Так, обслуживание — это откуда я пришел. Так, что у нас тут есть еще, пока я не начал заниматься тем, чем заниматься возможно и не нужно. Это что-то непонятное. О, а вот, собственно, и хрень. Uh,
В 2048 году, за 6 лет до блэкаута, в работе экспериментального генератора Криос на исследовательском комплексе Хайгенс произошел сбой. Выжило только трое: Мария Гонсалес, Роза Леварде и Эдгар Дэвис. За отвагу перед лицом катастрофы каждый из них был награжден памятной медалью. Однако одна такая медаль, кажется, пропала. Судя по всему, а не, он еще наверх можно сходить. Погоди, видишь людей внизу? Они начнут писать новую главу. Вместе мы создадим будущее человечества. Какой ценой, Уильям? Мы спасаем свой вид, потому что можем начать заново. Если это нужно для выживания человечества, я радостью возьму ответственность на себя. А вот это и Йоханссон. Без твоей помощи ничего бы не получилось. Айзек? Мы так не договаривались, ты это знаешь. Нужно снова подключить систему МРТ. Будь реалисткой, Роза. Даже если мы сможем полностью удовлетворить потребность Земли в энергии, нам-то что с того? Больше времени на созерцание того, как океаны и пустыни поглощают наши дома? Уильям, я свое дело сделал, давай уже улетать. Хватит с меня этого бардака. Все слышали? Вперед! Проект Outward начинается. Коперник, так, Рейнхолд, Том Вурф и этот самый Хайгенс как раз. В Хайгенс, видимо, надо будет тоже сходить. Но мы, я так понимаю, выберемся на поверхность. И, наверное, после того, как мы выберемся на поверхность, сможем что-то там увидеть. Так, где у нас что? Куда мы пойдем-то для начала? Ну давай в ангар 2 запихнемся. Ангар закрыт. Требуется дополнительный. В ангар просто так не попасть, я понял. А что насчет вот этого? Помещение экипажа. Туда вроде один нужен. Да, помещение экипажа можно и так. Помещение экипажа подключено. По-моему, тот какой-то враждебный. Он красный и пуляет электричеством. Не, ему прям явно нехорошо. Так, защищать, процветать. О, это же камера. Так, где камера-то? Где я? Я вот. Так, а камера? А это что за хрень? Мы типа можем ее сканировать? Ну ладно, видимо, сейчас пока мне этого делать не надо. Хотя правила ВСА строго запрещают любое применение физической силы на Луне, МакАртур перегрузил ограничители роботов АСЕ, чтобы приспособить их для полицейских нужд. При этом используется ток высокого напряжения. Столкнувшись с таким перезагруженным дроном, люди в основном предпочитают не вступать в драку и спасаться бегством. Спасаемся бегством. Да, я тоже. Вот срань. Вручную перенаправить колонны. Так, а мне эта хрень не убьет? Случайно? Почему все закрылось? Я хочу туда пройти. Видимо, пока я вот здесь вот что-то не сделаю, судя по всему, дальше я не пройду. Рольф, ответь, я в жилых помещениях, как понял. Принято, Сара, я тебя понял. Что-нибудь интересное есть? Тут все заброшено, так что ничего нового. Сара, Рольф, говорит диспетчер, время истекает. Поднимайтесь на лифте сюда, чтобы успеть к началу эвакуации, у вас 2 минуты. Никак нет, диспетчер, система МРТ еще не подключена.
Оставьте ее, надо уходить, сейчас же к лифту. Я не стану ни с кем рисковать. Понял, закругляюсь. Сара, ты слышал диспетчера? Ты уже недалеко? Сара, ответь, все нормально? Ответь. Рольф, давай сюда, быстро. Только что включился робот АСЕ. Но тут что-то нечисто. За мной заперлись двери. Да ты что, надо уходить? Серьезно, Рольф, иди сюда. Экипаж экспедиции начал эвакуацию 30 секунд. Сейчас же идите к лифту. Никак нет. Инженер Бейкер срочно требуется помощь. Нам нужно еще время. Процедуру эвакуации нельзя отсрочить. Я вызываю лифт. Никак нет. Диспетчер. Диспетчер. Нет, ребята, время еще есть. Только мне помощь нужна. Рольф, ты на связи? Нет. Может, нам туда не надо заходить? Угу. Так, ладно. Нам нужно найти какую-то бумажку, на которой будет написан номер телефона опять. По которому нам надо звонить сюда. Не здесь ли? Сэр, мы получили очередной официальный запрос от Сары Бейкер, ведущего инженера космической станции Персон. Она все спрашивает об отмененных поставках материалов для крыла «Орион». Боюсь, как бы она что-нибудь не заподозрила, как нам следует поступить. Миллер, мне она тоже писала, прекратите всякое сообщение с нею, нельзя допустить компрометации Outward. Я сам с ней разберусь. Угу, здесь все то же самое. Здесь, насколько я могу наблюдать, тоже. Примерно в то же время, когда отключил систему МРТ, комплекс там был эвакуирован под странным предлогом. Что бы ни произошло в этих помещениях, было достаточно места для обустройства временного укрытия под пристальным надзором со стороны МакАртура. Так, туалеты у нас заблокированы. Пойдем с другой стороны посмотрим. Тому, кто рядом со стенкой, играть будет неудобно. О! Настольный теннис. Исаак 3, Роза 2, Кэти 7. Надеюсь, это не пароль. Так, и сюда-то я никуда не могу пройти. А, не могу. Подожди, а сюда? А. Там, где горит, короче говоря, могу пройти. Хорошо. Собрать. Так, при чрезвычайной ситуации для входа в помещение введите год строительства лунного узла. А какой там, 41-й? Год строительства лунного узла. Так, это, по-моему, все, да, у нас? А, нет, вот сюда еще можно зайти. Можно, но не нужно. Здесь ни хрена нет. Значит, у нас, да, хорошо, год строительства лунного узла. Это мы сейчас выясним. На обороте, пионер или диктатор? Философские вопросы. Помещение для сна. А это желтенькое почему-то. На обороте, прибыв на Луну, астронавт обнаружит, что там никого не осталось. Обследуя, понимает, что вынужден обратиться за помощью к искусственному интеллекту с неизвестными намерениями. Опять, короче, фантастическая литературка у нас тут. Сюда мы попасть не можем, назад мы выйти не можем. Там у нас есть этот странный робот. Хорошо, нам, значит, надо... Так, нам надо ввести год основания лунной колонии. На год основания лунной колонии у нас... 41-й началась, может быть, раньше? Давай 2041 попробуем. Хрен там был. Так, а какая у нас тогда год основания лунной колонии?
Миссия. Так, закодированное сообщение. Происшествие. Тарелка сети МРТ. Это не то. База данных. Происшествие. Сломанный робот. Аппарат креосна. Система по-прежнему не функционирует. Это у нас не после блэкаута столкновение. Так, это вообще все не то. Блэкаут. Outward. Бунт среди заговорщиков. Панель для крыла Орион. Журнал миссии. Так, а где же нам посмотреть, когда была основана эта хрень? Журнал миссии — это не то. Блин, а в каком она была основана? Лунная колония это. В 2039? В 2035? Так, нам надо найти где-то данные. Они, я-то находил информацию, но, естественно, я ее не запомнил. Понятное дело. Так, теперь нам надо найти, когда же все-таки это произошло. Где-то такая информация явно должна быть. Здесь вопрос только, где она у нас валяется. Это не то. Это у нас уже 54-е года, это уже совсем не то. Здесь у нас получается выход из койко-мест. С другой стороны, у нас тоже ни хрена нет. Там мы пройти не можем, толчки у нас не работают. Может быть, в этом же самом помещении тогда есть и время основания, нет? Дальше надо найти это, блин, в базе данных. Сейчас. 2032 год. Основана она была в 2032 году. Году, он же годе. Угу. Так, значит, там у нас есть вот эта хрень, которая... Тра-та-та-ра-та-ра-там. Одна нога была у ней, короче. Другая деревянная была. Ай, блин, попал. Один глаз был фанерой заколочен. Другой вообще не видел ни хрена. А мне туда надо вообще? Это тут что такое? Бежать, 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 бежать. Бежать, 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 бежать. Если мы его отключим, он же не сможет делать нам гадости? Да. Если отключить этого говнюка, гадости он нам делать не сможет. Так, подожди, но здесь нет трупа. А раз здесь нет трупа, значит, им вроде как удалось выжить. Что такое выбросить? А, поставить здесь вот эту штуку. Здесь есть что-нибудь интересное? Трупы я здесь не наблюдаю. Хм. Странно. Ну ладно, по крайней мере, у нас теперь есть доступ к ангарам. Ну, вернее, сейчас будет. Ангар пока что не подключен. Помещение экипажа не подключено. Ну, нам не надо. Ангар подключен. Так, там, по-моему, какая-то маска, которую можем... Ух ты, мотоцикл. На мотоцикле можно, интересно, ездить? Так, по-моему, этого мотоцикла немножко нет колес. А вот у этого есть. Тобой можно управлять? Ух ты! Какой пепелац. Так, стой. Так, стой, и мне надо туда. Погоди, погоди. Погоди, погоди. Перед тем, как заниматься такими вещами, нам надо посмотреть, нет ли здесь еще чего-нибудь интересного.
А то вдруг мы сюда потом никогда не вернемся. А это как раз и есть томбов. Есть лифтец. Можем, если что, что-то сюда поднять. Есть шлюзец. Есть лифтец, есть шлюзец. Есть... что это такое? Какая-то непонятная хрень. Куда вообще зайти, интересно, можно? Да, вход вот. Но не работает. Еще есть вход там, но тоже не работает. И еще есть что-то вот здесь вот непонятное, но оно, походу, тоже не работает. А с другой стороны, что у нас есть? Дай посмотрим. Там просто могут быть некие какие-то кусочки истории, которые нам надо искать. Для того, чтобы понять, что тут случилось. Хотя, вроде как, уже и так все понятно. Но, может быть, разработчики чем-то нас еще дополнительно удивят. Хаггинс, Хаггинс. Здесь тоже есть лифты. Здесь тоже ни хрена не работает. Ну, ладно. Значит, нам не сюда. Кислород нам не нужен? Не нужен. Значит, тогда пойдем на пепелаце кататься. В таком случае. Главное, там сейчас не сдохнуть. Луна. Так, 5 лет против блэкаута. Нам надо вот туда. Интересно, насколько эта штука хорошо управляется. А вот это что за такая интересная вещь? Это просто каменюга или это... Это просто каменюга, походу. В смысле нет? Подождите, но я же не могу туда заехать. А, мне, наверное, надо припарковаться этим, со спиной. Да? Ну, хотя никакая разница. Я не знаю, то я делаю, не то. Ну, по крайней мере, сюда зашел. Даже если я делал что-то не то, то, по крайней мере, это сработало. Самая хреновая лестница была на земле, когда мы стартовали, получается. Все остальные лестницы, несмотря на все блокауты, нормально работают. Так, секундочку. А, кислород появился. Смотри, хорошо. Я что-то сразу его что-то не заметил. Так, теперь нам надо бежать туда. Наверное. Самая бестолковая лестница, которую я когда-либо видел. Так, здесь какой-то крючочек остался от кого-то. Так, это еще кислород. А мне надо с ним взаимодействовать? Не знаю, давай взаимодействуем. Давай, лезь и пера... Блин, ёперный тебя. А я вообще сумею отсюда вернуться, интересно знать. Ну, что-нибудь было бы интересно. Или, может быть, назад я как-то более оперативно смогу попасть. По-моему, я просочился сквозь текстуру только что. Судя по всему.
Так, беги, Лола, беги. Что это за... А, это еще лифтец наверх. Странно, а что вам мешало сделать лифтец сразу оттуда? А куда мне надо ее подключить, простите? Мне надо направить ее на что-то там. Так, а на что? Ну, явно не на солнце. Мне надо было направить ее на... А, вот туда, все, вижу. Сюда? Не, не сюда. Вот сюда, значит. Так, а почему там квадратик светится? Ага, вот сюда надо направить. Пью. Так, подключили. Хорошо. Я не задохнусь там случайно? Что мне делать теперь? Ага. Ну, по крайней мере, нас спустили вниз в автоматическом режиме. Большие молодцы. Если мы тут проедем, я думаю, что мы должны тут проехать. Так, давай-ка мы где-нибудь вот здесь вот проедем. Здесь вроде как не настолько ядреная территория. А вон в те дальние шарики нам заезжать не надо случайно? Там уже наверняка можно выяснить какую-нибудь интересную информацию. Я думаю, что мы сейчас доедем, мне кажется, до дальних шариков. Хотя, судя по всему, нас туда просто никто не запустит. Ну, ладно, допустим, ладно, не поедем пока до дальних шариков. Давай сделаем, что от нас хотят, давай сначала сделаем. Пуру-пуру-пум, забегай сюда. Я что-то сначала думал, что кислорода его вообще нету, а потом заметил и замечательные циферки на спине. Так, сюда нас, походу, не хотят пускать. Дружок! Где мой дружок? А, вот он. Дружок материализовался. Значит, теперь мы с вами отправляемся. Все тот же самый маршрут, судя по всему. Тот же самый, только другой. Если эти башни будут сделаны по-разному, это будет, наверное, как-то охренеть как странно. Ну, нажимай. Давай, дави волшебную кнопку. Внимание, нету кислорода. Забегай, забегай. Так, забегай, забегай. Забегай, забегай. Еще забегай, дальше забегай. Так, наверх лезь. Лезь, говорю. Это что за срань? Ловушки? Вообще, мне, наверное, было проще в другую сторону. Ну ладно, пусть будет в эту. Хорошо. Две вот эти хрени у нас подключены. Теперь нам надо возвращаться домой.
Фортуна, это вы? Боже, надеюсь, это вы. Мы видели, что случилось на станции Персон, и подумали, что... Но мы только что заметили активные сети МРТ. Этого не было годами, похоже на локальную передачу энергии. Изолирован от источника энергии на объекте Томбф. Наверное, что-то не так с мощностным генератором. А с тамошним. Но до объекта не так уж и близко, идти пешком будет самоубийством. Надеюсь, вы найдете другой способ перемещения по лунному узлу. Надеюсь, вы меня слышите. Надеюсь. А где она? Мы ее слышим. Мы ее слышим, но непонятно где. Ну ладно, возвращаемся назад для начала. То есть мы их даже еще можем спасти, получается, что ли? Я думал, что они все уже отъехали. Или это какая Клэр-то? Блин, это, наверное, не та, которая... Ладно, сейчас разберемся. У меня просто плохая память на имена, я немножко путаюсь, кто из них есть кто. Ну ладно, сейчас мы все поймем. Сейчас мы со всем разберемся. Сейчас надо только назад вернуться, до начала, в Коперникус. Так, давай, спускай нас назад, выравнивай нам давление и делай всякую грязь. Сейчас мы, по идее, тогда сможем диагностику сделать для сети, что ли. Так, заходим сюда. Это что-нибудь делать, нет? Так, ладно, выходи отсюда. Значит, перепустить подачу питания в лунном узле. Что-то не выходишь-то. Так, это я не в ту сторону иду. Перезапустить подачу питания в лунном узле. Мы возвращаемся в Коперникус. Так, возвращаемся в Коперникус. И, значит, делаем диагностику, да? Передатчик МРТ подключен. Подключение к сети МРТ не установлено. Какого хрена? Нет входящего сигнала с МРТ от реакторного комплекса. Провести диагностику в реакторном комплексе. На рельсовой железная дорога отключена. Станция монорельса отключена. Нет входящего сигнала. А энергосистемы? Так, энергосистемы мы активировали. Как раз монорельс заработал у нас. О, сейчас мы на монорельсе покатаемся, походу. Так, монорельс заработал. Плюс еще какая-то у нас тут вообще все включилось, смотри. Кроме МРТ. МРТ не работает. Монорельс и железная дорога подключены. Ага, сейчас мы будем кататься на монорельсе. Это зашибись. Но перед этим... Ухмотать их там. Сегодня мы стоим на распутье. Катастрофические события на объекте Томб открыли нам истину, которую невозможно отрицать. Мы потеряли друзей, коллег. Наши друзья-колонисты отдали жизнь ради безнадежного дела. Ради умирающей планеты, которую невозможно было поддерживать. Мы называем ее своим домом. Называли бледно-синим шариком. Но сегодня Земля лишь засохшая оболочка, тень того, чем была. Система МРТ приковала нас к бесплодной каменной пустоши. Но этому пришел конец. Вы здесь собравшиеся выжившие. Вы здесь потому, что вы самые сильные представители человечества, самые умные, самые сообразительные. Вместе мы осмелимся на рискованный прыжок в великую неизвестность. И начнем новую эру открытий. Как наши предки в тот судьбоносный момент, когда они отправились осваивать новые миры. Мы можем вернуться и приковать себя к умирающей планете. А можем смотреть во внешний мир. Пришло время действовать. Принимайте решение. Принимайте его прямо сейчас.
зарождается новая эпоха в жизни человечества. И зарождается она сегодня. Не все, это самое, были рады зарождению новых эпохов. Так, помещение кипа... А, я теперь могу по всем помещениям и так ходить. А мне, наверное, не надо. Или надо. Ладно, пойдем на монорельсе покатаемся. Пойдем катнемся на монорельсе. Здесь у нас будет, кстати, еще какая-то хрень. Член экипа... О чем вообще был разговор? Что МакАртур не может сам принять решение? Мы тут не командуем, ясно? Давай-ка с этим барахлом помоги. Не трогай, Фрэнк. Ты что, не знаешь, зачем нужен гелий? Тебе не кажется странным то, что он здесь, а не возле реактора, который должен питать? Конечно, просто что? Нам соглашаться со всем, что нам скажут? Ты хоть понимаешь, какие будут последствия, если мы улетим, пока система МРТ отключена? Какой у нас есть выбор? К чему мы можем вернуться? К наводнениям, пыльным бурям и жуткой жаре? Совет дает нам еще один шанс, и я его не упущу. Мне больше нечего сказать, помогай давай. Так, запустите меня в монорельсовый монорельс. Монорельсовый монорельс, ладно. Значит, пойдем взаимодействовать. Я прям руками должен ездить? Не, пока вроде сам едет. Ой, опять какие рычажки и кнопочки. Говорит Сара Бейкер, главный инженер космической станции Персон. Мы с механиком станции Рольфом Робертсоном отправились выяснять причину блокаута. На меня напал робот ISA, и я потерял сознание. Причина нападения остается неясной. Похоже, мой напарник по экспедиции уже отбыл. А мне не удалось связаться ни с космической станцией Персон, ни с другими объектами. Сейчас я перейду рубеж и пройду через аванпост Коперник-1, чтобы попасть на объект Томф и выяснить, что стало причиной аварии в системе МРТ. Нашедшим это сообщение просьба связаться со мной. Алекс, завершить запись. Задача — получить доступ к терминалу монорельса. Причину выяснить причину остановки монорельса. Ну, как бы он вроде доехал до конца. Не? Ну, видимо, нет. Я думал, он просто доехал до конца и остановился. Угу. Так, у нас тут опять секретный пароль. Так, что там написано? Код есть у Фрэнка. Так, код есть у Фрэнка. Фрэнк — это кто? Ключ к выживанию человечества на Земле. Наука требует жертв. В этом летнем выпуске мы обсуждаем с пионером-архитектором и членом Лунного совета доктором Исааком Йоханссоном сложности и победы в разработке МРТ. Сюда нам не надо. Нам надо вот сюда вот вниз. Это мы сейчас ходим. Хрень у нас закрыта, значит, нам надо сходить вниз. Ну, пойдем вниз сходим. Посмотрим голограммку. Всем колонистам аванпоста Коперник-1. Произошел критический сбой реактора на объекте Томпф. Мы эвакуируем вас в лунный узел Коперникус. Эй, полегче, кто вас прислал? Мы прибыли по официальному приказу Лунного совета. Лунный совет? Фрэнк, видишь что-нибудь в системе МРТ? У меня ничего особо не происходит. Как по мне, на объекте все в порядке. Может, сначала подробнее объясните? Для этого это для безопасности. Совет пояснит ситуацию, когда колонисты прибудут в лунный узел. Значит, теперь парадом командует МакАртур?
На это нет времени, взять их. Руки прочь. И укладно так, МакАртур, переходим ко второму плану. Экипаж он поставит, груз летят в лунный узел. Но с ними не вышли на связь, когда придут. Так, молодцы, экипаж, ждите, когда они придут. Новые. Вот, очень быстро. Свяжитесь со мной, когда прибудет второй эвакуационный экипаж. Слишком быстро, еще очень много лишнего текста, кто там что говорит. Не всегда этот самый... Не всегда успеваешь сориентироваться. Ну, короче, еще у вас пауза есть. У меня паузы нет, а у вас есть. Так, Фрэнк Вилсон, Сонни Хренисон и что-то там еще. Значит, у Фрэнка как раз есть пароль. А пароль от этого где? Где-нибудь вот здесь написан? Не, ни хрена. Значит, где-то здесь должен быть. Состояние МРТ отключено. Сюда мы не можем? Так, во. Снова говорит инженер станции Пирсон Сара Бейкер. Я прибыла на этот ванпост из лунного узла, куда меня с напарником отправили в экспедицию для выяснения причин блокаута. Когда мы прибыли в лунный узел, в нем не было вообще никого, и нам не удалось включить систему МРТ. Мы разделились и потеряли связь друг с другом. Я в одиночку отправляюсь на объект Томов для продолжения расследования. Моя единственная зацепка такова: в реакторном комплексе что-то произошло. Вход на станцию монорельсовой железной дороги заблокирован, так что придется найти другой способ передвижения по местности. Попробовать стоит. Другой способ передвижения по местности? А может, не надо? Не, ну если только на этом, на пепелаце, а пепелаца у нас нет. Есть зато лесенка, которую можно куда-то подвигать. Вопрос только куда и, главное, зачем. Так, ладно, лесенка есть, двигать ее можно. Двигать ее можно. Двигать ее можно на этот лифт, который не работает. Лифт не работает, да. А еще есть два вот таких вот, две вот таких вот покрышки, которые нам непонятно зачем нужны. Еще одна покрышка лежит здесь, но взаимодействовать с ней мы... А, не можем? Несмотря на то, что по своей квалификации Сара программист, а не механик по аппаратуре, ей удалось заменить пробитую шину лунного ровера для поездок по открытой местности. Однако, с учетом ограниченности максимального пробега ровера, пока еще не ясно, как она сможет доехать до комплекса Томпф. Ну, видимо, она смогла. Лунный исследовательский модуль, руководство пользователя. Замена шин, установка. Короче, она прочитала просто инструкцию, получается. Молодец. Энергия станции подключена, все остальное отключено. Ладно, остается открытым, куда вопрос, куда нам надо пихать вот эту вот лестницу, потому что куда-то ее надо запихнуть. Так, до чего мы здесь не можем долезть просто так? Ну, вообще так получается, что все, что здесь... все, вижу. Семен Семенович, все, вижу, куда мы должны долезть. А может, не туда? А как нам вот эту хрень опустить? Из какой-то другой стороны ее, может быть, можно? Так, ну-ка, подожди. А ты можешь ее схватить где-нибудь вот здесь? Ну да, отсюда я ни хрена не долезу, слушай. Но мне явно надо ее где-то здесь кантовать, потому что на эту фигню... Или я могу все-таки на нее затащить? А, вот отсюда могу затащить, все. Все, паника отменяется, я могу все-таки это сделать. И здесь у нас есть место, где нет ступеньки. Так, да, разворачиваю ее. Разворачивай, давай, говорю. Или нет? Так, все ясно, он застрял. Блин,
Блин, да что ж ты такое немощное это существо? А с этой стороны можешь? Или все-таки я не могу ее туда затащить? Блин, ты, блинский еж. И сюда не могу, что ли? То есть она сюда не поднимается? Да, здесь невидимая стена. Вот срань. Так, здесь невидимая стена, и на это у меня получается тоже ничего не получается. Получается, что ничего не получается. Так, вопрос тогда. Вопрос остается открытым. Что мне тогда с этим делать? Ну тогда получается только отсюда. Вообще это возможно? Блин, во придумали, а? Может, я допрыгнуть туда могу? Ну, не, вряд ли. Так, ладно, хватай. Хватай, говорю. Хватай. Ну, схватить не может. Так, ладно. Ну, что-то я не уверен, на самом деле, что я делаю правильно. Не, ну я точно делаю что-то не так. Но я тогда не понимаю, что. Да ёперный тебе, что ж ты за все цепляешься-то, господи. А если я ее просто сюда подведу и не буду пытаться на эту хрень зайти? Она, может быть, как-то опускается, вот эта платформа? Потому что одна-то из них отпущена, вот эта вот, а вторая нет. Да, наверное, все-таки пока я не опущу одну платформу, вопрос только как ее опустить. Дальше у нас дело не пойдет. А вот как ее опустить, это вопрос. Так, ладно, давай попробуем подняться наверх. Здесь. Возможно, что-то отсюда делается, но, наверное, вряд ли. Помещение для сна. Еще у нас остается вопрос, как нам вот сюда вот проникнуть. Потому что, наверное, проникнуть и сюда надо бы. Здесь у нас ничего похожего на бумажки нет. Так, шлюз у нас не работает. Здесь у нас код, который не работает. Вот эта хрень у нас не работает. И где тогда взять все эти замечательные коды, непонятно. То есть мне нужен один код, чтобы открыть другой код. А чтобы получить доступ к этим штукам для сна... Фрэнк Вилсон, Сони Хэр, да, здесь у нас закрыто. Да, и здесь у нас тоже нужны какие-то 4 цифры. Помещение для сна. Какой-то тупик у нас вырисовывается. Птица-тупик. И здесь ни хрена нет, шкафчики у нас не открываются. Почитать здесь ничего нельзя. Но пока единственное, что я вижу, единственный вариант, это запихнуть туда этого робота, чтобы он подсмотрел какой-то код, может быть. То есть, как бы, других вариантов я не вижу. Но я не понимаю, кто забраться. А, он там, кстати, что-то свистит, блестит. Это блестит за взаимодействие, нет? Или просто так блестит? А может, он сам может лазером пользоваться? Может быть, нам это не надо? Ну, давайте попробуем. Вдруг у него тоже есть лазер. Так, где эти хрень? Вдруг у тебя нет лазера? Не, лазера у него, походу, нет. Лазера у него, походу, нет. А направить тебя через вот эти штуки мы тоже никак не можем.
А, во, погоди. А, ну это с другой стороны. А, подожди. Это с другой стороны. Это с другой стороны. Когда мы попадем туда, мы сможем что-то там открыть и что-то сделать. Но для этого надо сначала туда попасть. Потому что отсюда эта хрень не открывается. Сранее. Так, это у нас это было. Если мы ничего сделать не можем, здесь у нас никаких дополнительных вещей нет. Господи, надо же. Ну надо же. На чем мы в итоге застопорились? Вот уж никогда бы не подумал. Так, ну-ка подойди сюда. А здесь точно ничего нету? Какой-нибудь волшебной штуки, на которую мы можем обратить внимание и заставить ее работать. Ну ладно, тогда давайте мы, наверное, на этой ноте прекрасно и закончим. А в следующей серии тогда разберемся, как туда попасть, как запихнуть туда робота, как подвинуть туда вот эту лестницу, которая ни хрена не двигается, и со всякими другими вещами тоже. Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.